Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем играть в Itme.io. Я только что ее скачал, довольно интересная игра, посмотрел я у некоторых, и мне тоже захотелось в нее поиграть вместе с вами. Если она вам понравится, то будем продолжать ее проходить. Так, что же нас ждет? Так, пока у меня идет ознакомление, я показываю подсказки. Так, ну что же, погнали. Так, ага, нам нужно будет кушать. Угу. Ну куда ты поплыла? Так. Ага, ну все ясно, так. Будем пока ей управлять. Так, кто нас здесь может есть? Черепахи нас едят? Кто еще нас ест? Так. Так, а мы здесь растем, да? А кого здесь ели? Кого здесь съели, друзья? Смотрите, как она... Так, это похоже, мне кажется, слишком большой. Так, это Кира 334, и мы пока от него свалим. Так, друзья, меня куда-то загоняют. Ё-моё, он за мной гонится, реально за мной. Так, мы уже на самом дне, где очень большие. Черепахи и всякие рыбки, о боже, меня съели, так. Блин, ну ничего страшного, я родился заново, и мы будем продолжать играть. Так, сейчас я этого малька съем. Если догоню, блин, фига там монстры, ребята, вот это там монстры. Так, я кого-то съел, просто офигенско здорово. Так, это похоже бомбу нельзя, блин. Так, ну-ка. Так, пока здесь маленькие горошинки. Так, я что-то съел. И что-то можно там еще... Воу. Так, черепаха. Так, а ее можно догнать или нет? Так, бомба. Воу, подождите, она меня электролизует. Все, понятно, разобрался. Не будем бомбам прислоняться. Так. Мне еще дается время. Нифига себе, друзья. Я, кстати, на 11 месте. А, здесь, подожди. Здесь нужно рыбешек, что ли, жрать? Так, ага. Показывают, кого я съел. Неплохо. Так, нажмите, чтобы разблокировать. Так, 5 минут. Нам что-то дадут. Так, open. Нас опять сейчас какие-то карточки возьмут. Так, мы разблокировали, но я не знаю, что нам дали. Ага, нам дали одну карточку. Вот этой рыбы. Так, она... Ага, так она что, хавает всякую. Так, вот нам показывают, что нужно есть много-много зеленых. И тогда я превращусь в эту большущую рыбину. Так, нажмите. Так, что нам, 200 золота дали? 100 ракушек. Так, пират... пират разблокирован. Так, пока, друзья, у нас тут подсказки. Пока будем разбираться. Так, здесь у нас пока все заблокировано. Какие-то рыбы. Ничего пока у нас нету. Так, квест. Ага, друзья, это у нас квесты. Все отлично. Так, здесь что такое? Так, ага, здесь даже кланы есть. Вот это крутяк. Просто офигенский крутяк. Ладно, сейчас будем играть дальше. Ну что же, друзья, мы продолжаем. Я здесь маленько потренировался. Так, меня постоянно начинают съедать. Ну ладно, фиг с ним. Погнали дальше. Так, с управлением я вроде разобрался. Так, у нас есть время, да? Нам дается время. Так, ага. За мной еще и гоняются, и мне нужно здесь больше вот этих... Вот этого горошка зелененького съесть. Так, ладно, сейчас я должен вырасти. Блин, фига себе, вот это, да, вот это здесь монстры, ребят, плавают просто. Так, это я не знаю, что такое. Кстати, смотрите, как я... Опа! Кстати, когда здесь...
Ай, блин, Влад, ну ты что вообще, что ли, Влад, а? Так, я не буду тратить 5 монет, или как они там называются. Так, 33 секунды у меня еще есть. Блин, офигеть, игра меня просто сейчас, мне кажется, затянет на целый вечер. Я буду в нее просто играть. Так, что-то ускорение на пробел нажимаю, а она нифига не летит. Ага. Что-то как-то вообще. Ладно, пойду я, в общем, поплыву за тем мальком. Сейчас он в угол забьется. Вау, вот это просто вообще. Вот таким монстром я хочу быть. Так, 3 секунды, 2, 1. Так, посмотрим, сколько я набрал монет. Или очков. И, в общем, пока разбираюсь. Буду проходить дальше. Так, нифига себе, пиранья 2 уровня. Пиранья, отлично. Так, монеты, 2 уровень. Так, подконнектиться, короче, к Фейсбуку, нам дадут 800 золота. Так, что здесь еще есть? Что нам этот пират? Кстати, вот здесь что-то непонятное тоже нужно собирать. Ребят, напишите, кто играет в эту игру. Правильно ли я здесь играю или что-то делаю? Так, здесь тоже какие-то... Ага, друзей можно. Ну что ж, пока я думаю, мне нужно прокачиваться. Прокачиваться, еще раз прокачиваться. Чем самым мы сейчас и займемся. Да офигеть, а что меня этот маленький Данил съел? Это просто, ребят, это жестоко. Ой, подождите, сундучок, интересно, что он даст? Ничего, потому что я его не могу съесть. Я сейчас буду просто есть горох, ни на кого не буду. Так, офигеть, какая черепаха проплыла. Но она вроде ничего не съела. Меня не съела, так, за мной либо гонится что-то, либо не гонится. Блин, я сам нарвался. Фу. Блин, я никого не могу убить. Ребята, как здесь проходить? Эти мальки, он вроде плавают, я вроде тоже не такой маленький. Так, есть, я съел какого-то маленького вообще моллюска. Да я буду просто вот горох есть и плавать горох. Так, я в топ-10 попал. Вау. Нужно всего лишь было съесть какую-то одну рыбеху. И попасть в топ-10. Так, это какие-то безобидные, похоже, штуковины. А, блин, а вот эти что-то меня жалят. Так, этого я съем. Да ну нафиг. Так, все там излыдни какие-то сверху. Так, а, понятно, у них то вылазит, то не вылазит шипы. Вон в чем прикол, друзья. Так, а сейчас я могу съесть сундучок? Да почему не могу? Остается 10 секунд. 10 секунд, давай какую-нибудь хоть малявку. Да, и напоследок меня съела тупая черепаха. О, блин, интересная, кстати. Интересная игра, друзья. Так, у меня новый рекорд, я съел одну. Да. Ну что же, мы продолжаем. Она мне очень-очень нравится. Так, 2 уровень. Так, подождите, здесь открылся какой-то подарок, что ли, мне. А, это день первый или... Так, ладненько, день первый. Так, какой-то аквариум, друзья. Ага, мне стоит это все разблокировать. Так, мне дали... А, вот здесь еще карточки есть, офигеть. Карточки, друзья, дают. Это круто, дают, что нам карточки. Так, у меня здесь пока, друзья, вообще, можно сказать, все закрыто. Так, ну все, здесь больше ничего нету. Так, пират мне тоже, по-моему, все дал. Мы еще разочек поиграем. Так, 21 здесь нам нужно разблокировать. Все,
Все, сейчас я кого-нибудь зафигачу. Так, черепаха хотела сразу меня, короче, съесть, да? Но не тут-то, в общем-то, было. Играть мы в эту игру, ребятки, будем. Это я вам говорю, что это не первая и не последняя серия. Так, в понедельник, значит, выйдет у нас что? Tower Conquest, а уже потом будет уже, да, у нас либо вторник, либо в среду. И эта игра выйдет. Просто у меня сегодня выходной, воскресенье. Я записываю сразу несколько частей. Так, опа! Крутяк, 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 крутяк! Я сразу попал в топ-10. Ю-ху-ху! Они сами нарвались, малявки. Топ-9. Да ладно, серьезно. Почему не берется этот нафиг, ё-моё? Так, а вот это что за рыбы такие всякие? Чё, я сразу две зафигачил? Вот ништяк. Так, а подождите, а я что-то не могу этих... А, подожди. Так, ну-ка. Все отлично. Вот это меня расфигачило. Сколько я съел? 6. Дабл килл. Топ-3 я. Блин, у него уже, короче, какие-то водоросли на голове. А, не водоросли, это корона. Блин, слушайте, я уже так нормально. Сейчас уже начинаю привыкать. А, я сразу с топ-3 возрождаюсь. Ах ты, ё-моё, блин, эти фигнюшки меня, походу, уменьшают. Блин, так, все, нет, я уже его не могу съесть. Остается 15 секунд. Так. Может, эту черепашонку догоню? Блин, чё нафиг не берется этот сундук? Смотрите, друзья, я попал в топ-3. Ого, сразу сколько очков дали. Вау, вообще нормально. Просто вообще жесть. Так, какой-то аквариум. Через 30 минут. Так, можно посмотреть видео, заплатить 6 ракушек. Так, нет, стопудово я не буду тратить ракушки. Так, подождите, здесь что-то надо... Квест пройден. Так, новые карточки, друзья, здесь новые карты, блин, круто, а? Так, компас. Так, 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 у меня, подождите, новые рыбы, что ли? Или эволюция? Где мне посмотреть ее? Так. Вау, рыбы появились! Офигеть, через 1 час 59 минут. 2 часа, друзья. Мы будем ждать 2 часа, потом будем играть. Ну, в следующей серии уже мы будем играть. Так, сейчас. Ага, в общем, 2 дня и... Ой, 2 часа и так. У нас здесь пока вообще пираньи. Блин, здесь вообще сколько всего, друзья. Блин, офигенская игрушка. Хорошо, что я в нее начал играть. И будем проходить ее вместе с вами. Так, еще одну... Мы сделаем заплыв еще один. Блин, просто, друзья, не могу никак остановиться. Блин, ну она реально интересная. Что Fit and Grow Fish интересная. И это тоже довольно интересный. Так, старт. Я что-то тут пока без старта. Друзья, пишите комментарии, нужна ли вам продолжение этой интересненькой или интересной игры. И играете ли вы в нее вообще сами или не играете. В общем, я думаю, она вам должна понравиться, друзья. Так, офигеть, я уже в топ-3. Так, что, я могу ее съесть, эту малявку? Да, могу, тебя тоже могу. Да ладно, 4 сразу заел, просто жесть, топ-2. Я топ-2. Так, черепаху, блин, вот погонишься, короче. А этого чего я не могу? А, он только родился, да, он только родился, они, видите, в пузырьке находятся. Так, почему я не могу этот сундук съесть? А потому что он тоже в пузырьке. Так, кто-то тут кого-то съел. Опа, 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 я от него лучше свалю. А, подождите-ка, друзья, у меня тоже корона есть, а фиг ли я? Ай, блин, нет, уже нету. Уже, друзья, у меня нет короны, я четвертый, я пятый. Так, все, малек. Так, он меня чем-то стрельнул. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Так, это сваливает.
Не свалишь, я уже съел 6. Топ-3 опять, я, друзья, опять топ-3. Блин, вот это реальный монстр уже. А кто здесь? Кто здесь самый здоровый? Это, мне кажется, я. Сейчас сразу двоих. Так, все, друзья, я здесь сейчас всех отфигачу. Нет, хотя нет, тоже фигачат там, кстати. Блин, не вовремя, не вовремя, но я успел съесть 9 рыбин. И вот так вот заканчивается, что меня съедает офигенский монстр. Так, новый рекорд. Да ладно, что серьезно, даже рекламка есть. Ну ладно, у нас всего лишь она будет 5. Так, что здесь можно? Ага, сначала один разблокируется аквариум там. Ага, по-моему, в этих аквариумах у нас есть карточки. Ну что ж, друзья, вот такая интересная игра. Надеюсь, понравится она вам. Вы отпишитесь обязательно. В следующей серии вас тоже жду. На этом всем пока.